2015 год объявлен в России годом литературы. Читать в нашей стране было модно всегда. Сегодня, несмотря на современные технологии и интернет, многие по-прежнему предпочитают читать обычную бумажную книгу, а не ее электронную версию. А какой литературой увлекаются славянцы, расскажут наши корреспонденты. Я больше предпочитаю читать какие-нибудь легкие романы, либо мне еще нравится детективный жанр. А больше все-таки предпочитаю старый добрый вариант – открыть книгу, полистать, почитать. Так что в печатном формате. Раньше я читала, конечно же, на бумажном носителе, то есть это знаменитая книга, открываешь и читаешь. Ввиду того, что у меня педагогическое историческое образование, то в основном это была историческая литература. Из художественной литературы, конечно же, это фантастика и детективы. Сейчас, в данный момент, предпочитаю все-таки электронный носитель, то есть у меня есть планшет, любую книгу, особенно учитывая, что у меня ребенок. То есть материалы второго класса, всю литературу мы познаем из электронной книги. До сих пор впечатляет Толстой «Война и мир». С удовольствием бы перечитала. Почувствовать страничку, загнуть уголочек, где закончил, то есть сделать красивую закладочку там, то есть это вот осталось, наверное, оттуда из детства. В данное время я читаю литературу, жанр классика, вот, но в нынешнем современном мире, конечно, на электронном носителе гораздо полезнее и гораздо легче читать. Будучи учеником школы, читал множество произведений, «Войну и мир», ну, всякие подобные другие произведения. В настоящее время люблю читать более всего фантастику из интернета, ну, наверное, больше всего на электронных носителях. Больше люблю фантастику, романы, да, ну, иногда ужасы люблю. Много разных книг читаю. У меня есть электронная книга, но предпочитаю лучше обычные книжки. Больше люблю. Более всего я предпочитаю фантастику. Ну, не знаю, почему-то с детства всегда увлекался фантастическими книжками. Почему-то мне всегда заинтриговывали они. Ну, и до сих пор свое детское желание я не утратил. Есть и электронные носители, есть и обычные. В принципе, разницы почти никакой не замечаю. Я предпочитаю путешествия, жанр путешествий. Она, мне кажется, более интересная, там описываются разные, ну, что-то новое, поскольку они путешествуют по разным частям, ну, мира. Я предпочитаю вообще читать историческую, военную и мифологическую литературу. Ну, это мои любимые жанры, поскольку увлекаюсь я историей, и ну, военная как-то ближе ко мне. Поэтому, да и фантастика тоже рассказывает о многих, и военные, и приключения. Ну, если так, то я обычно читаю простые книги, но и электронные носители чаще. Когда не могу найти определенную книгу, в книжном магазине беру.